Чей робот самый лучший, выясняли на третьем межрегиональном этапе чемпионата, который прошел в Донбай. Проект по продвижению искусственного интеллекта и робототехники дает возможность участникам проявить свои умения в области программирования. Урок робототехники прошла Фатима Даурова. По запыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы. Он не человек. Слова песни из популярнейшего фильма для детей из 80-х «Приключения электроника» стали пророческими. И самое интересное, что инженерами из будущего оказались ровесники героев этого фильма. Робототехника стимулирует развиваться в алгоритмике, инженерии, изобретательстве, умении нестандартно мыслить. И все это вкупе присуще участникам межрегионального отборочного этапа чемпионата RoboCup Южного и Северокавказского федеральных округов. Вот уже третий год подряд платформой для проведения выбран высокогорный поселок Донбай. Мы хотим привить любовь к робототехнике. Вы знаете, что сейчас будущее за искусственным интеллектом. А робот – это что такое? Железяка, которая управляется, в которой вмонтирован искусственный интеллект, она управляется. Вы видите, что сейчас это очень востребовано. В соревнованиях участники попадают в условия настоящего конструкторского бюро. Хочешь, не хочешь, научишься планировать, отслеживать процессы, налаживать коммуникацию в группе. В данных условиях роботы выступают в роли спасателей. Их задача – проехать по полигону по определенной траектории, заехать в зону спасения и спасти предполагаемый объект. Мини-робот должен оказаться самым быстрым, самым точным и выполнить все действия, предусмотренные программой. Карачаево-Черкесию на чемпионате представила команда «Кванториум-09». Ее участники настроены только на победу. Их профессиональный рост за три года отметили и организаторы соревнований. Мы видим, как результаты улучшаются. Ребята все более профессионально программируют роботов. И я думаю, что вот именно развитие робототехники в республике поставлено достаточно хорошо. Есть, конечно, над чем дальше работать, безусловно, но прогресс очевиден. Думаем, что выиграем, займем хоть какое-то место, потому что трудимся, стараемся, не спим. Так что у нас, я считаю, так большие шансы есть на победу. И капитан не ошибся. В номинации «Лучший дебют» наши ребята оказались первыми. Энтузиасты робототехники представляют команды разной возрастной категории. Самому младшему участнику соревнований всего 8 лет. Меня вообще заинтересовала робототехника тем, что это очень увлекательно, и можно создавать все разное по своей фантазии. Можно делать все, что угодно. Меня это заинтересовало. И я решил пойти и попробовать это все. Для участников важно не застрять на привычном уровне, а обязательно переходить к более сложному этапу. Победители и номинанты регионального турнира в Донбае получат приглашение принять и право принять участие, представлять свои регионы на всероссийском турнире, который пройдет в середине мая в городе Томске. Победители российского турнира получат право представлять Россию на международных соревнованиях RoboCup в этом году. Фатима Дорова, Ислам Урумов, Вести Карачаево-Черкесия, Донбай.